Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A10s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как очистить кэш на данном телефоне. Для того, чтобы это сделать, нам нужно сперва его выключить. Мы выключаем наше устройство. После выключения нам нужно зайти в Recovery Mode, это секретный режим на нашем телефоне. Чтобы войти в Recovery Mode, мы зажимаем одновременно кнопку питания и кнопку увеличения громкости на несколько секунд, пока экран не загорится. Сейчас можем отпускать все кнопки. Дальше мы попадаем в Recovery Mode нашего телефона, где видим пункт, который называется Wipe Cache Partition. Мы, соответственно, к нему пролистываем с помощью кнопок громкости и с помощью кнопки питания выбираем его. И дальше мы выбираем Yes и опять с помощью кнопки питания выбираем, после чего нам написало, что кэш был очищен. Сейчас мы выбираем пункт Reboot System Now или просто зажимаем кнопку питание где-то на 15 секунд, после чего наш телефон будет перезагружен. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока.